хвоста не было. Меня зовут Леонард Тёрнер. Я работаю в ЦРУ. И меня взяли в заложники. Примерно через 14 часов они будут контролировать все мировые средства телекоммуникации. Гарри! Твой отец. Если их требования не будут выполнены, они активируют все пусковые установки и наведут на Америку. Сэр, я хочу участвовать. Твоя цель — спасти отца. Моя — защитить мир. Что, по сути, одно и то же, сэр. Мы вытащим его, агент Тёрнер. Гарри, мне жаль, что так получилось. Мне тоже. Сэр, началось. Связь с Азией, Европой и Южной Америкой потеряна. У них террористическая группировка на юго-востоке штатов. Говорите, где он? И тогда я ухожу. Я тоже скучала. Какой план? Проникнуть внутрь и узнать, где отец. Значит, никакого. В кино же работаешь? Не смей угрожать моей семье. Вы, ребят, похожи на сброд. Тогда ищи других.